Приветствуем всех на канале «Окна столицы». Сегодня у нас обзор жилого комплекса «Сенсата». Очень красивый комплекс. Так вот он выглядит. Первые этажи снаружи комплекса – это коммерческие помещения, вставлены в заведениях, в магазинах. Есть такой минус, то что единственный вход находится с той стороны, с правой стороны. С левой стороны нету входа во двор. Так, перед домом проложена вот такая брусчатка. Усажены разные насаждения. Вот такой вот вход во двор. С этой стороны у нас один единственный пандус и домофон-система. Такие вот лестницы. С левой стороны перила, чтобы держаться. Очень удобно. Мы вошли во двор. Вот такой вид на пандус сверху вниз. Рядом вот такое соседство, ЖК Гранд Опера. Мы на него делали обзор. Шикарный комплекс, посмотрите. Так, весь двор в брусчатке. Такие кусты везде усажены возле подъездов. Вход выглядит вот таким вот образом. Это первый подъезд с 1 по 21 квартиры. Две ступеньки и вот такой съезд для колясок. Идет разделение, здесь уже другая брусчатка. Детская площадка со специальным покрытием. Здесь беседка для отдыха. И еще одна детская площадка. Вот так вот выглядит жилой комплекс со двора. Ну, в общем, детская площадка на всю длину двора. Давайте посмотрим, как выглядят вестибюли. Так, мы вошли в жилой комплекс «Сенсата». Почтовые ящики.
Да, очень красивый вход тоже. И смотрите, что я здесь увидел. Нету, получается, специального подъема для колясок, пандуса маленького. Но зато есть такая система. Надеюсь, она работает. И спускаться колясками людям с ограниченными способностями будет легко. Всего 8 этажей. Нумерация квартир. Сразу с этого этажа начинаются квартиры и как они оформлены. Да, очень красиво. Высота потолков есть как минимум 3 метра. Двери черные, металлические. Кодового замка нету, есть два обычных замка. С этой стороны выход на лестничные пролеты. Нумерация квартиры, обозначение вот здесь находится. Такие золотистые гравировочки. Выглядит неплохо, главное, чтобы не отпали со временем. Вызываем лифт. Итак, 8 этаж. Так, хорошая трещина. Такие же двери. Согласитесь, очень неплохо выглядит. Такое красное матовое стеклянное оформление стен. По мне так выглядит очень неплохо. Все спрятано вот здесь вот. По 3 квартиры на площадке. Следов подтеков никаких нету. Специально предусмотренный техэтаж. И очень большие окна на лестничных пролетах. Хорошие двери. Знак не курить. Какие-то следы непонятные, но
батарей между пролетами, которые обычно стоят везде. Там у нас кусок пластика, по-моему. Ну, здесь все так же. Также три квартиры, такие же двери. Так, посмотрим паркинг. Здесь уже трещины нету, как на восьмом этаже. Сенсата, добро пожаловать домой. Такая шахматная доска на магнитиках. Очень хорошо, креативно. Выход на лестничные пролеты. Так, никаких трещин я не вижу. И потеков следов нету. Типа такой вот паркинг. Неплохой паркинг. На первый взгляд, смотрите, у каждой квартиры есть такое вот помещение, собственное хранилище. Видите, обозначение. Ну, надеемся, обзор вам понравился. Жмите лайки, оставайтесь с нами. До новых встреч.